Куда деть руки во время танца? Это самый частый вопрос, и я знаю на него ответ. Я Кристина Мазур, я преподаватель танцев с 15-летним стажем. Вещаю здесь про танцы, мышление и женственность. Подписывайся прямо сейчас, чтобы регулярно получать порцию полезной информации. Итак, что же делать с руками? Самый очевидный и неочевидный ответ – положить руки на свое тело. Ничего нет более чувственного и женственного, чем взаимодействие твоих рук с твоим телом. Что бы ты ни делала, какие бы движения ни использовала, ты всегда можешь положить ручки на свое тело. И это будет выглядеть очень красиво, очень мягко и очень женственно. И второй совет, чтобы это выглядело технично и красиво, когда двигаешь руками, ты двигаешь не просто своими ладонями, а ты двигаешь локтями. Мы поднимаем и делаем все движения рук от локтей. Не от плечей, не кистями, а именно локтями. Мы разводим локти в стороны, и это дает красивое пространственное свободное движение. Широкое, мягкое, именно в локтях и в работе предплечий заключается красивая техника рук.